хочется быть для тебя необычной, незаметной, безликою, просто привычной. Больно мне, что не видишь меня ты совсем. Не кажусь тебе равной красавицам всем. Я мечтаю о том, чтобы вместе мы были, чтоб друг друга мы верны, нежно любили. Мне придется решиться на крайний шаг и обратиться в ветер. Вот так буду летать я в ветер под солнцем и луной. Он не боится сплетен, ветер шальной. Ветром буду свободным, стану тебя обивать. Буду сколько угодно тебя обнимать. Если правда смогу превратиться я в ветер, как тогда сможешь ты меня заметить? Ветер не видим всего, только воздух пустой. Надоест своим холодом теплой весной. Нарисует узоры на стеклах морозных и не даст тебе спать своей песнею грозной. Эту песню мою, крик души, останавливать ты не спеши. Буду летать я ветер под солнцем и луной. Он не боится сплетен, ветер шальной. Ветром буду свободным, стану тебя обивать. Буду сколько угодно тебя обнимать. Буду летать я ветер под солнцем и луной. Он не боится сплетен, ветер шальной. Ветром буду свободным, стану тебя обивать. Буду сколько угодно тебя обнимать. Добрый вечер, Гомель. Прекрасную песню исполнила нам и нашим зрителям в этой студии молодая исполнительница Анна Прискурел. С приходом холодов и ненастных дней именно дома мы проводим большую часть свободного времени. Мы принимаем гостей, общаемся с родными и близкими. Возвращаясь в наш дом, мы иногда даже не задумываемся, какие опасности могут нас подстерегать в нашей крепости.
Сохранить безопасность и создать здоровую среду в доме помогут несложные и выполнимые правила. Об этом мы сегодня и поговорим. Уважаемые телезрители, вы знаете, что мы работаем в прямом эфире. 34-22-43 номер нашего телефона, по которому вы можете позвонить, высказаться по теме. Вы можете присоединиться к обсуждению в Viber. Номер вы видите на наших экранах, а вопрос сегодня такой. Как вы создаете и поддерживаете здоровую и безопасную среду в своем доме? Ну а сейчас я хочу познакомить зрителей с Анной Прискурел. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. Понятно, конечно, да, аплодисменты. Аня, скажите, вокал – это хобби или профессия? Это хобби. А работаете вы кем? Я работаю куратором моделей мероприятий в Центре моды и красоты «Хрустальная нимфа». Понятно. Это тоже творческая профессия. Да, конечно, абсолютно точно, очень близки. Да. Близка эта деятельность, да, и вот сегодня вы вместе с коллегами по творческому цеху, а именно по кафе, арт-кафе на Ирининской, вместе с Дмитрием Ниловым и Сергеем Стариковым принимаете участие в этой программе. Ответьте, пожалуйста, дорогие друзья, насколько вообще людей творческих интересует вопрос безопасности и здоровья дома? Это вообще про вас? Или нет? Конечно, или людей творческих, привыкших, ну, скажем так, может быть, даже в какой-то степени витать в облаках, и это замечательно. Эти темы не интересуют? Скорее, да. Интересуют? Конечно. А в какой степени? Ну, это очень важно, чтобы был дома и порядок, и безопасно было дома, и комфортно себя чувствовать. Вот. Для каждого человека. Понятно. Что скажут наши парни? Тогда и творчество, оно удается лучше. Например. То есть, когда в доме здорово и безопасно, творчество... Когда гармонично, хорошо и уютно, и ничего не мешает жить спокойно, здорово и безопасно, это очень хорошо. И творчество, да, получается таким же. Дмитрий. В силу многих разъездов вот, по фестивалям, да, по выступлениям, всегда думаешь, а как же вот, вот там твои... в этом доме, и как вот поддерживается эта безопасность. В общем, ну, тыл-то есть, ты всегда уверен, просто вот есть такое небольшое чувство беспокойства. Всегда. То есть вы всегда прикладываете руку к тому, чтобы в доме было здорово и безопасно? Да, я знаю, что творческие люди, которые посещают арт-кафе на Ирининской, интересуются и разрабатывают очень серьезные проекты. Я слышала о проекте «Умный дом». Кто об этом расскажет? Его автор Эдуард Туманский. Эдуард у нас здесь сегодня. Где-то да, Эдуард здесь. Да, 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 да. Эдуард Туманский. Так. Он, помимо того, что автор этого замечательного проекта, он еще и участник нашего экспериментального проекта, домашнего, можно сказать, который тоже родился дома, в квартире Сергея Старикова, когда они еще были студентами. Это экспериментальная группа «Симулякрос», уже довольно известная. Да, знаем «Симулякрос», но я хочу все-таки спросить Эдуарда Туманского. Эдуард, ну, микрофон сейчас передавать не буду, это тема отдельной передачи, я думаю, мы еще встретимся в добром вечере с вами. Вы мне скажите, вопросы безопасности и здоровья дома предусмотрены в этом проекте «Умный дом»? Вы кивните головой, вас просто не слышат сейчас, да? Предусмотрены, говорит Эдуард. И еще раз аплодисменты. Спасибо большое. Ань, ну, понятно, что за здоровьем и безопасностью жилого пространства, ну, в большей мере, наверное, беспокоятся девушки. В чем залог здоровья дома для вас? Наверное, это уборка влажная, частая. Потому что собирается много пыли, она небезопасна. Проветривание обязательно помещения, чтобы было уютно и спать, и было свежо всегда в комнате. Ну, также... то есть такие простые, привычные вещи, но именно эти вещи являются залогом
всех правил, да. Правда? Так, какие вопросы, есть ли такие вопросы, которые бы вы, уважаемые Сергей, Дмитрий и Аня, хотели бы задать нашим специалистам по теме безопасности здоровья дома? Есть у вас такие вопросы? Вот прямо сейчас готовиться надо, да? У меня есть вопрос. Есть у Сергея, так. Деревянные полы, в отличие от ламината, они пожароопаснее или нет? Или это различные пропитки должны использоваться, чтобы обработать так, чтобы это было не пожароопасно? Так, хорошо. Сергей, Денис запомнил этот вопрос. Обязательно мы этот вопрос поднимем. Дмитрий и Аня думают свои вопросы. Ну а прямо сейчас, уважаемые телезрители, я хочу обратить внимание, что каждому из вас, наверное, очень важно понимать, каким должен быть безопасный дом для детей. Дом, в котором есть все необходимое для того, чтобы ребенок развивался и рос, но чтобы все предметы, которые обеспечивают это, были абсолютно безопасны для него и не навредили ему. Давайте прислушиваемся к советам по улучшению жилищного пространства, которые предложат сегодня наши гости. Знакомьтесь, пожалуйста, Анастасия Степанькова, врач-валеолог отдела общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Добрый вечер, Настя. Добрый вечер. Денис Крюк, начальник отдела профессиональной ориентации и пропаганды безопасности жизнедеятельности специализированного лицея МЧС, подполковник внутренней службы. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер. Существует мнение, что квартира, в которой жили молодые родители до рождения ребенка, может быть потенциально опасна для детей. Надо ли в ней что-то менять с того момента, как только ребенок родился? Или это, может, надо делать заранее, а может, и пусть так остается? Пожалуйста. Безусловно, начинать нужно заранее. Многие молодые родители готовят комнату к рождению ребенка. Свежий ремонт, свежие строительные материалы негативно влияют на состояние здоровья новорожденного. Ремонт нужно делать минимум за 3 месяца до рождения ребенка. Чтобы все выветрилось, чтобы все, да? Выветрилось, совершенно верно. Так, что кроме того, что в воздухе могут быть там неблагоприятные какие-то вещества в атмосфере дома, да, еще нужно продумать молодым родителям, Денис? Ну, с точки зрения безопасности, это, конечно же, предметы мебели, интерьера. Необходимо убирать острые углы. Естественно, продумывать на дверях устройства, которые предотвратят, чтобы ребенок получил травму при запирании дверей. Это есть устройства, ограничивающие закрывание дверей. Это, естественно, продумывать интерьер комнаты таким образом, чтобы над детской кроваткой отсутствовали подвесные полки и так далее, чтобы ребенок не мог дотянуться. То есть это действительно серьезный шаг, к которому родители должны готовиться. И основная задача, чтобы в процессе вот этой вот протекания беременности родители были готовы к рождению и, конечно, подготовили не только комнату, где будет находиться младенец, но, естественно, всю квартиру, потому что в квартире весьма много опасных мест для детей. И самое главное, подготовили себя и свою способность внимательно относиться к мелочам. Конечно. Так, хорошо. Мы хотели бы получить более серьезные советы по безопасности жилого пространства для младших членов семьи. Вот как сделать дом безопасным для детей? Давайте буквально по комнатам. К примеру, кухня. Вот давайте, Настя, Денис, пожалуйста, Сергей, у которого двое детей, давайте обсуждать эту тему. Ну, прежде всего, наверное, одной из потенциальных опасностей на кухне является кипяток. И нередки те случаи, когда дети пытаются взять чашку, выворачивают на себя кипяток и тем самым получают серьезные ожоги. А вы знаете, что ожоги – это действительно очень болезненное состояние для ребенка. Это иногда, страшное, да, состояние. Страшное состояние. Иногда даже ребенок может глотнуть, и нередки случаи, что серьезная травма пищевода, и ребенок на всю жизнь может потерять даже дар речи. Вот это, конечно, это надо обращать внимание родителям. Значит, естественно, это кухня, которая открывается, и нижние ящики, доступные для ребенка, они, конечно, там не должно храниться ничего острого, ничего, конечно, да, да, ни ножей, ни так далее, так и тому подобное. То есть с точки зрения безопасности кухня одна из самых потенциально опасных комнат для детей. Угу. Настя, добавите?
Ну, на кухне часто хранятся какие-то моющие средства, которые прекрасно пахнут, да, и которые так привлекательны по внешнему виду, да, в ярких бутылочках. Да. Средства бытовой химии нужно прятать, закрывать, закрывающиеся шкафчики. Это не только безопасность детей, но еще и питомцев, которые у многих есть, потому что питомцы у нас зачастую глупые, и что-то вкусно пахнет, что-то вкусно выглядит и красиво. Поэтому... Я вот не так давно прочитала предостережение: не переливайте, никогда не переливайте жидкости, вот, средства бытовой химии в тару, в которой хранились прежде пищевые продукты. Это бутылки пластиковые от напитков и так далее. Это действительно важно. На самом деле, да, некоторые люди жидкое мыло выливают в бутылку из того же тархуна, оно зеленого цвета. И опять же, все вот эти современные средства, например, посудомойка, эти маленькие таблетки, да, которые люди бросают. Естественно, они легко доступны детям в пищу. Вот на это, конечно, необходимо с рождением детей обращать внимание и, конечно, предостерегать опасность, предвидеть ее. Я бы хотела вот спросить у Сергея, как он готовил жилое пространство тогда, когда появлялись дети. Начнем с кухни. Пожалуйста, с любой комнаты. В кухне мы установили дверь, которая отпирается с одной стороны ключиком, с другой стороны открывается вообще, то есть не запирается, то есть запирается только одну сторону. Мы могли ключиком запираться, и дети маленькие, когда были, они просто стучали в стеклышко и не попадали туда. Убрали нагромождение всех кастрюль, конечно, чтобы они на себя это не потянули, не прокинули. Убрали выключатель электроподжига на газовой колонке. Ну, то есть, чтобы они не могли достать до розетки, мы вытаскивали. Убрали все медикаменты в отдельную коробку из кухни. Там, где, даже если написано, что хранить в холодильнике, они хранились в холодильнике на верхних полках. Угу. Ну, ножи, само собой, подальше. На окна, не на все, но на некоторые мы поставили замочки тоже, вот, чтобы они только в режим проветривания открывались. Угу. Это фиксатор или как называется, Денис? Да, это очень важно, чтобы дети не могли сами открыть окно. На самом деле это глобальная проблема последних лет. И часто вот люди нам задают вопрос. Вот раньше висела марля, казалось бы, да, предотвращая попадание насекомых в квартиру, и дети реже выпадали. Но у детей было такое понятие, что это действительно ткань. А сейчас современные вот эти вот противомоскитные сетки, да, сетки. Естественно, для них это как будто какая-либо конструкция надежная. И дети пытаются, облокачиваются на нее и, естественно, выпадают. И поэтому вот эти вот устройства, которые, в принципе, любой производитель окон в состоянии вместе с комплектом установить, есть разные варианты на ручку, на окно в нижней части и так далее. И, конечно, это необходимо устанавливать, особенно тем, кто живет даже уже на втором этаже, на первом, это все равно высота. Да, на любом этаже, обязательно. Ну, кстати, говорят специалисты, ну, если уже у вас нет средств, или вы просто не дошли до этого магазина купить устройство ограничивающее, да, просто снимите, банально снимите ручку, открутите, чтобы ребенок не мог открыть. А еще одна мама говорила, когда у нее родился ребенок, она сама проползла по всей квартире и подергала за все, что можно было дергать, и проверила на безопасность таким образом все предметы, находящиеся во всех комнатах. Как вам такой совет? Замечательный. Замечательный. Так, спасибо. Что прежде в организации домашней среды, Сергей, не учитывалось, а вот сегодня, когда дети есть, стало обязательным правилом? Ну, у меня дети уже повзрослее. Ну, не очень взрослые, но вот 7 и 9 лет. А когда совсем маленькая Соня, дочь, появилась, конечно, мы навесные полки, которые низко висели, поубирали, особенно над пеленальным столиком, убрали. Мы на диванах не оставляли каких-то мелких вещей, потому что это постоянно тащилось в рот. Вообще все мелкие вещи лучше, конечно, припрятать. Бижутерию, мелкие игрушки, монеты, все это, тем более монеты сейчас, говорят, трудности вызывают у многих. То есть все мелкое лучше убрать. Опытный отец Сергей Стариков, спасибо. Денис, а ведь многие раньше считали, с кухни убрал спички-зажигалку, обеспечил безопасность. Ну, кстати, спички-зажигалки тоже нужно убирать. Конечно, конечно. Это подразумевает собой вероятность того, что дети могут с этим побаловаться. Вот я дополняю Сергея, хочу сказать, батарейка.
Вот одна теперь из самых главных опасностей, которая для маленьких детей, это маленькие батарейки, которые дети прокладывают. Пальчиковые, да, различные, значит. Все же сами понимаете, все игрушки практически сейчас сделаны на батарейках. И ребенок проглатывает эту батарейку, и если родители увидели, это шанс спасти. А если не увидели, это действительно серьезные травмы, ожог пищевода. Это реакция необратимая. И в 80% это летальный исход. То есть, если ребенок проглотил. Поэтому вот сегодня, наверное, надо учесть, что самое главное, наверное, правило безопасности – это не оставлять ребенка ни на секунду вне зоны внимания. Родители, будьте бдительны. И я именно сейчас хочу вспомнить детское произведение. Это, к слову, о том, что и спички нужно прятать, и зажигалки, и все остальное. Хочу вспомнить детское произведение Корнея Ивановича Чуковского «Путаница». Помните? А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Уважаемые телезрители, вот сейчас вопрос для вас, для внимательных родителей. Скажите, пожалуйста, кто сумел справиться с пожаром Синего моря, которое зажгли лисички в произведении «Путаница» Корнея Ивановича Чуковского? Это вопрос эфира 34-22-43, номер нашего телефона. Только по этому номеру мы принимаем правильные ответы. А Денис Крюк скажет, какой же приз полагается тому, кто правильно ответит на этот вопрос. Ну, это действительно замечательный приз, потому что победитель, тот человек, который правильно ответит, получит возможность посетить бесплатно в любую субботу до окончания календарного года Центр безопасности Гомельской области, в котором полностью вся семья пройдет обучение и научится реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, которая характерна для нас и для нашего региона. Кто не знает, да-да-да-да-да, кто не знает, я скажу, что этот квест, я даже могу так назвать, да, правда, да, он интересен даже взрослым. Вы узнаете то, чего прежде не знали. Пожалуйста, звоните 34-22-43, участвуйте в нашем конкурсе и помните, что вы всей семьей сможете посетить учебный центр. Дорогие друзья, на нашем канале, телеканале «Беларусь-4», программа «Добрый вечер, Гомель». Говорим мы сегодня о создании здоровой и безопасной среды дома. Звоните, пишите, номер Viber на экранах. Вас ждет приятная музыка после каждой рекламной паузы. Царапиной дождя помечен день, какое искреннее небо, хрустальный абажур. Сквозь лабиринты, проходя воздушных стен, моя несмелая душа летит на шум, на шум, на зов, на перелив небесных струн. Веленью тихому любви не отказать, волнение слабое с земли чуть уловив, не в силах притяжения неба разорвать. Смелая душа.
летит забыть все то, чего нам в жизни этой не понять. И толику нетронутой любви там на осколок небо обменять и в небесной глубине летать и петь. А мы чего здесь на земле все время ждем? И ко всеобщей радости успеть пролиться ярким радужным дождем, пролиться ярким радужным дождем. Дорогие друзья, Сергей Стариков исполнил песню «Косой царапиной дождя». Авторская песня. Сергей, у нас есть телефонный звонок. Сразу послушаем телезрителя, а потом поговорим. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Алло. Давайте познакомимся. Вы нас слышите? Алло. Лариса Дмитриевна Нилова. Очень приятно, Лариса Дмитриевна. Мы вас приветствуем. Так, это мама Дмитрия. И прекрасный человек, историк моды, можно сказать, с Гомельской области. Так, Лариса Дмитриевна? Лариса Дмитриевна, вы нас слышите? Да, да, конечно, я вас слышу. Так, очень приятные ваши... Да, конечно. Исполнители? Лариса Дмитриевна, скажите, у вас есть ответ на вопрос, кто же потушил синее море? Алло? Да-да. Вы готовы ответить на вопрос, кто же потушил синее море? Я готова ответить на этот вопрос. Так, да. Ну, нужно предвосхитить интерес. Зубастый крокодил море синее тушил пирогами. И блинами, и сушеными грибами. Ваш ответ – зубастый крокодил. Зубастый крокодил. Так, ответ принят, спросим у Дениса. Правильно ли ответила Лариса Дмитриевна? Пока нет. Лариса Дмитриевна, это предположение. Действительно, зубастый крокодил участвовал в тушении пожара, но не довел дело до конца. Понимаете? А нам же нужен финальный герой, который сделал дело и, в общем-то, ни искры не осталось. Спасибо вам за ваш звонок. Всего вам хорошего. Так, дело в том, Сергей, что сегодня пришло сообщение в Вайбер от Лидии Степановны Еловой, что сегодня отмечает юбилей Юрий Александрович Крашанин, а недавно его жену Тамару Ивановну тоже поздравляли с круглой датой. Поэтому позвольте эту песню «Косой царапиной дождя» посвятить этим прекрасным людям. Поздравления и наилучшие пожелания прекрасной паре, которая была одной из первых в клубе «Прометей» и в течение 20 лет Крашанины среди активистов и помощников во всех делах клуба. Здоровья и сил, радости и приятных событий в жизни вам, уважаемые Тамара и Юрий Крашанины. Вот такое сообщение. Есть и другие, мы обязательно зачитаем чуть позже. Сергей, в каких музыкальных и поэтических направлениях работаете именно вы?
Ну, как все могут догадаться, это авторская песня, потому что я сам и музыку, и слова сочиняю. Еще я бы назвал такое направление, как инди-рок, ну, то есть рок-музыка на гитаре. Это есть такое направление. Ну, то есть более тяжелая форма авторской песни, если можно так сказать. Еще мы, вы знаете про наш коллектив «Симулякрос». Конечно. Вот все участники пришли меня поддержать. Да, мы тут же творческие эксперименты проводили в этой студии. Да, да, да. Ну, я имею в виду телезрителей, может быть, кто-то знает об этом. Вот. Ну, в общем-то, на этом, наверное, мои формы заканчиваются. Ну, еще домашнее пение с детьми иногда под гитару. Это прекрасно. Но самое главное, что мы узнали, что Сергей настоящий эксперт по безопасности и здоровью своего дома. Сергей, но все же вопрос о творчестве. Вот насколько плотно наполнена ваша творческая осень 2018? Если брать вот октябрь, сентябрь, ноябрь, все месяцы, самым плотным получился октябрь. Это и посещение Витебского листопада, где я участвовал в финале конкурса авторской песни. И в рамках концертов живых концертов друзей, которые проводятся совместно городской центр культуры и арт-пространство «Ковчег», мы привозим замечательных людей. Это и поэты, и музыканты. Буквально завтра у Вячеслава Корсы будет концерт, и всех приглашал, он и передавал привет всем. 6 ноября будет мой день рождения там отмечаться, то я тоже всех приглашаю. К нам приезжает Сергей Суворов, это замечательный автор-исполнитель из Петербурга. Мы еще посетим филологический факультет, на котором я не был 15 лет свой. Угу. Мой день рождения — это такой подарок, я очень предвкушаю. Очень здорово. Да. В общем, очень плотно все. Ну, много Настоящая всего. Творческая осень. Да, ну вот поэтому безопасностью заниматься дома времени не так много остается. Не так много, но, видимо, вы все предусмотрели заранее. Вот это нас очень радует. Кстати, переходим к этой теме. Ведь взрослый-то может и не заметить какие-то потенциально опасные предметы дома. У него просто глаз замыливается. Ну, всегда был этот провод на этом месте. Ну и пусть он дальше лежит. Перешагнули и дальше пошли. Скажите, пожалуйста, Денис, вот очень полезно всегда увидеть пример комнаты, пример того, как она должна быть оборудована безопасно. Нет ли такой комнаты в учебном центре при лицее МЧС? Мы сейчас работаем над созданием этой комнаты. Я хочу сказать, что на данный момент уже сделаны первые шаги, и на нашем YouTube-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям буквально ко Дню Матери уже у нас вышла вторая серия именно фильма для молодых родителей. То есть специально она адресована мамам, которая позволяет полностью узнать о том, в этом фильме позволяет узнать о том, как необходимо обустраивать комнату, на что необходимо обращать внимание. И самое главное, что советы дает мама многодетная, у которой 6 детей, и, естественно, которая уже имеет большой опыт. И вот эти вот два видеосюжета, два видеофильма просмотреть обязательно необходимо обязательно любой маме. Обязательно, а МЧС просьба, пусть еще и многодетный папа даст советы в двух сериях для молодых пап, потому что мамы, понятно, но пусть в этом и папы участвуют. Конечно, конечно. Уважаемая Анастасия, Денис, у нас есть телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, я на связи, не переживайте. Очень хорошо, что вы нас слышите, и мы вас слышим. Давайте познакомимся. Давайте, меня зовут Вячеслав. Вячеслав, очень приятно. Если у вас вопрос на наш... Если у вас ответ на наш вопрос. Есть у меня ответ на ваш вопрос. Так, кто же потушил «Синее море», то самое, которое лисички, взяв спички, подожгли? Я думаю, что «Синее море» потушили доблестные работники МЧС. Это прекрасно. Но это там помогла бабочка. Так, вы, оказывается, еще и шутник, Вячеслав. Очень приятно, спасибо вам. Бабочка, конечно, она помахала крылышками, море синее, и потухла, да? Вот так. Вячеслав, скажите, пожалуйста, есть ли у вас возможность в одну из суббот до конца 2018 года приехать по адресу? Поселок Ильич, лицей МЧС. И вместе с семьей посетить учебный центр. Это очень невероятно интересно и занимательно. Кстати, не только для детей.
Конечно, у меня есть такая возможность, я обязательно приду со своей семьей. Сертификат будет оставлен для вас на телевидении, поэтому завтра, пожалуйста, приезжайте, ну или в любой другой удобный для вас день. Поздравляем вас, Вячеслав. Да. Алло. Да-да, говорите. Я просто являюсь товарищем Сергея Ставикова и Дмитрия Нилова. И хотел бы задать им вопрос по полному творчеству. Пожалуйста, задавайте, Вячеслав. Прямо сейчас можно, да? Конечно. Сергей, добрый вечер. Дима, добрый вечер. И Аня еще. Алло. Говорите. Да, Слава, мы тебя слушаем. Скажи, Сережа, скажи, Дима, в вашем творчестве слово всегда ли является птицей? Оно летит, как птица. Либо бывают другие моменты. И еще, можно ли на одном вдохновении вытянуть стихотворение или песню? Это ремесло, это труд. Спасибо за ваши вопросы. Готовы ли отвечать прямо сейчас, Сергей? Емко, кратко, пожалуйста. На одном вдохновении иногда сложно вытащить. Нужно и поработать, потратить какое-то количество времени на технику, потратить какое-то количество времени на даже на преподготовку. Как в Японии картины пишут. Они готовятся, медитируют год, а потом хоп, и написали картину. Слава знает, каким образом я занимаюсь творчеством. Я знаю, каким он образом занимается творчеством. Мы очень ценим этого замечательного автора. Это Вячеслав Кизин. Вот недавно ему было 45 лет, и тоже он был на наших живых концертах друзей. Вот день рождения мы отмечали с вот этой приятной компанией, которая половину в зале составляет. Всей студии, Вячеслав, мы передаем вам привет. Спасибо. Мы на все, кстати, вопросы ответили? Нет, не на все. Не на все. Ну, вы готовьте ответ, а я пока с Денисом. В каких чрезвычайных ситуациях себя можно попробовать на базе учебного центра лицея МЧС? Ну, прежде всего, это правило вызова дежурной службы МЧС, это правило пользования первичными средствами пожаротушения. В том числе есть большой плюс, то, что мы можем показать и показываем, это подручные средства, которые находятся в квартире. То есть загорелась сковородка. То есть нет у вас огнетушителя, да? Да, потому что в квартире, согласитесь, огнетушителя практически ни у кого нет. А, естественно, как среагировать молниеносно, здесь, конечно, мы расскажем вам обязательно при посещении центра. Это правило эвакуации из задымленного помещения. Вы видите, какие трагические ситуации происходят в учебных заведениях, у наших соседей. Естественно, каждый должен быть готов правильно, грамотно эвакуироваться, чтобы избежать как можно больше серьезных последствий. Да, даже банально из квартиры уйти вовремя или из подъезда задымленного. Так. Опасность угарного газа, радиационная опасность, правила оказания первой помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека. Вот, например, у нас у единственных в Гомельской области находится манекен, поперхнувшийся Чарли. Как оказать помощь подавившемуся человеку? Это действительно навыки, которые спасают сотни человеческих жизней, потому что каждый человек тоже должен уметь и знать. Пусть ему не пригодится, но тем не менее освоить элементарный механизм прием Геймлиха он, конечно, должен. Правила поведения в лесу. Сейчас эта тема актуальна, и вы, наверное, все тоже знаете. Это школьник Брестский, которого, к сожалению, до сих пор не нашли. И тем не менее, дети собираются в лес, взрослые собираются в лес. И в наших оперативных сводках регулярно ушел грибник в лес, и мы начинаем искать. И поэтому мы рассказываем, как подготовиться к походу и так далее. Антикриминальная безопасность. Совместно с управлением внутренних дел мы готовы ответить на вопросы, какое самое безопасное место в лифте. Профилактика детской травли, буллинг, современное слово. Опять же, если даже таким занимаемся. Следующий вопрос, это человек, провалившийся под лед. У нас есть тренажер замечательный, где ребята на всю жизнь усваивают, как оказать помощь человеку, провалившемуся под лед. Многое узнать и проверить себя можно будет на базе учебного центра лицея МЧС. Скажите, Денис, а могут ли тут, понятно, школьники туда приезжают с классами, организованно. Вот давайте, у нас сегодня Алексей есть. Алексей, бывал ли ты в учебном центре при лицее МЧС? Возили вас уже школьников? Бывали, так? Знает. Хорошо, спасибо тебе большое. А вот как родителям? Родители, может, тоже хотят что-то узнать и улучшить свои, скажем, знания.
У нас суббота, родительский день. Значит, в сети интернет, на сайте лицея МЧС есть вкладка «Центр безопасности», есть контактные телефоны, по которым мы набираем группу. И любой желающий, собрав определенную группу людей, бабушек, дедушек, родственников, друзей из подъезда, по предварительной записи записываются, и мы с удовольствием проводим эти занятия. Спасибо. Так. Соблюсти здоровую атмосферу жилища важно еще на стадии строительства и ремонта. Для этого необходимо применять только безопасные материалы, отдавая приоритет всему природному и натуральному. Ряд вопросов нашей Анастасии. Настя, вот все специалисты говорят, что нужно избегать любых предметов, в которых есть покрытие, там, вещества, в которых есть фенолы и формальдегиды. Это вообще реально избежать всего этого или нет? Избежать реально. Ну, во-первых, я скажу, что вся продукция, которая реализуется через розничную сеть, оптовую сеть в Республике Беларусь, проходит обязательную сертификацию. Все строительные материалы разрешены к использованию, поэтому обезопасить себя можно, купив материал в магазине, а не с рук. Это во-первых. То есть все проверено? Все проверено, абсолютно. Угу. Во-вторых, если вы купили строительный материал, обои, ламинат, линолеум, и сомневаетесь в качестве данного материала, можно провести испытание, лабораторные испытания в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Плата очень демократическая, можно вырезать кусочек ламината, да, обоев. Полный спектр химических веществ. То есть выдадут такую распечатку, где все черным по белому в количествах. Следующий момент – это, конечно, следует отдавать предпочтение натуральным материалам. Но, к сожалению, ценовая категория сегодня натуральных материалов высокая. Не каждый себе может это позволить. Поэтому стоит давать предпочтение, например, при оклейке комнаты обоями, виниловые обои в жилые помещения нежелательно клеить, так как они выделяют фенолы, выделяют формальдегид. Поэтому виниловые обои только для нежилых комнат, гостиных, прихожих. Куда вы иногда заходите, но не спите. Вот был вопрос... У Сергея был вопрос, по поводу полов. Ну, это по поводу обработки, но и по поводу безопасности тоже. Конечно, лучше отдавать предпочтение паркету, деревянному полу. На втором месте стоит ламинат. Линолеум стоит на третьем месте, так как они выделяют стиролы. Угу. Вредные вещества, которые накапливаются, вызывают аллергию. Особенно если в жилом помещении маленькие дети... пожилые люди, которых тоже иммунитет ослаблен. Ну вот еще хотелось бы сразу и вопрос безопасности. Сергей спрашивал про пропитку, да? Да, я восковыми пользуюсь пропиткой. Да, вот они защищают? Они огнеупорные? Да, то восковые. То есть, как всегда мы говорим, то все, весь строительный материал сертифицируется, и, конечно, есть группа горючести. Это надо смотреть паспорт, каким составом был обработан, и, конечно, сразу я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня нету паспорта на этот. На самом деле, ну, для жилых помещений, наверное, самое главное, актуальное, это правило наличия автономного пожарного извещателя, который даст сигнал моментальный в любое время дня и суток о том, что произошло возгорание. Вот это, вот, наверное, одно из ключевых позиций. Угу. Хорошо, спасибо. Вот очень важный вопрос. Я понимаю, что такой вопрос многие зададут. Ну да, не знал о том, что использовал не самые лучшие материалы. Что теперь делать? Ну не ломать же все, да? Только положили линолеум, только положили ламинат. Настя, как можно исправить ситуацию? Исправить ситуацию можно, проводя частую влажную уборку в помещении, проветривать регулярно помещение, чтобы вредные вещества в воздухе не накапливались. Комнатные цветы способствуют борьбе с вредными веществами, которые выделяют. Как, кстати, часто нужно проветривать помещение? Сейчас все утепляются, холодно на улице, все стараются закрыть форточки. Правильно ли делают? Неверно. Делают неправильно. Проветривать нужно зимой. Вот, кстати, бытует мнение, что проветривать зимой в холодное время года нужно чаще. Это неверно. Ну, долго не проветривать.
10-15 минут мы проветриваем зимой. Этого ну, каждые достаточно. 2-3 часа, да. Если у нас окошко будет открыто дольше, то влажный холодный воздух с улицы проникает в помещение. Это способствует развитию плесени, грибка. 10-15 минут каждые 2-3 часа. Минут каждые 2-3 часа. Угу. Летом по ситуации может и круглый день, круглые сутки окно быть открыто. Вы сказали, что с вредными веществами можно бороться с помощью комнатных растений. Совершенно верно. Приглашаю вас к нашему столу. Так, у нас сегодня вот такие представители. Пеларгония, да, герань, пеларгония. Да, спацифилиум, да, пеперомия. Да, пеперомия, да. Так. А это березка в народе, и рациссус. Да, да, все такой. Знают, как называется. И вот еще прекрасный хлорофитум стоит рядом с Денисом. Да. Так? Скажите, просто так эти растения стоят, или это действительно рекордсмены по очистке воздуха? Это действительно рекордсмены по очистке воздуха, особенно хлорофитум, который стоит между мной и уважаемым Денисом. Потому что хлорофитум — это такой универсальный солдат, который все вредные вещества на себя забирает, выделяет кислород и поглощает углекислый газ. В какую комнату мы его поставим? В кухню. Лучше всего в кухне. В первую очередь. В первую очередь. Но, наверное, придется в любой комнате. В любой комнате, но лучше всего в кухне, так как при жарке выделяются вредные вещества, многие из них канцерогенным эффектом обладают, поэтому в кухню в первую очередь. А что в детскую поставим из этого всего? В детскую поставим герань и поставим райциссус. Угу. Герань, она выделяет эфирные масла, фитонциды, которые такие природные антибиотики. Она очень благоприятно действует. И вот, это правда, что она стафилококк убивает? Ну, не полностью, но да. Ну, есть, воздействует. Да, воздействует. Угу. И вот такое интересное есть наблюдение, что у бабушек, у которых в доме герань растет, внуки болеют меньше. Угу. Бабушкам, у которых растет герань, да. Наши аплодисменты. Так, так. Спацифилиум куда поставим? Можем его поставить и в детскую комнату, и в гостиную, и в спальню. Единственное, что... Что может он, кстати, спацифилиум? Он может тоже. Он и нейтрализует токсические вещества, поглощает углекислый газ, выделяет кислород, как и все практические цветы. Единственное, на что надо обращать внимание, когда вот цветы такие вот с крупными листочками... пыль, чтобы не оседала пыль, потому что пыль это... Вовремя очищать. Их очищать. А вот растение похоже на толстянку с красивым названием пеперомия. Оно для какой комнаты оно сгодится? Оно тоже сгодится и для детской, и для гостиной. То есть оно тоже такое поглотит все токсические вещества, выделит кислород, поглотит углекислоту. И таким вот антибактериальным природным действием тоже оно обладает. Угу. Анастасия, но есть вопрос, касаемый комнатных растений. Какие из них вообще нежелательно использовать в жилых помещениях? Есть ядовитые или вредные? Ядовитые растения, такие как, например, диффенбахия, молочай. Но ядовитые растения, они ядовиты только при употреблении внутрь. То есть если съесть листочек. То есть там, где дети, их не нужно. Где дети, там не нужно, да. Если вы уверены, что вы не будете пробовать на вкус диффенбахию, то пусть растет себе на здоровье. Да. Спасибо. Ну и лично мое мнение, единственные цветы, которых не должно быть в квартире, это искусственные цветы. Почему? Потому что они на себе накапливают пыль, а пыль — это аллерген. Помимо пыли там еще есть и полевые клещи, их останки, экскременты. Это очень высокий аллерген, очень сильный, способствует развитию бронхиальной астмы. Поэтому лучше искусственные цветы убрать. Анастасия, спасибо. Отвергай моих признаний в твоих словах, цветов в букет, подаренный в часы свиданий.
котором я найду ответ, в котором я найду ответ и утешение, и отраду. Не говори мне только нет, о, милая, прошу, не надо, о, милая, прошу, не надо, жестокой ты со мной не будь. Твоя любовь моя отрада, каким бы дальше ни был путь, каким бы дальше ни был путь, не унывай и не печалься, другого встретишь, ну и пусть со мною век не расставайся. Со мною век не расставайся и не грусти одна в тиши. А будет трудно, возвращайся, когда услышишь зов души, когда услышишь зов души, ты встрепенешься от печали. Ко мне, любимая, спеши, чтоб вместе мы судьбу соткали. Ко мне, любимая, спеши, чтоб вместе мы судьбу соткали. Спасибо. Уважаемые телезрители, это программа «Добрый вечер». Продолжается передача на тему «Безопасный и здоровый дом». И мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Меня зовут Михаил. Очень приятно, Михаил. Скажите, пожалуйста, вы хотите поделиться рецептом, как вы создаете атмосферу здоровую и безопасную дома? Ну, рецепт простой: поддерживать просто чистоту дома, регулярно делать влажную уборку, ну и, в принципе, следить за порядком. Но больше все-таки я хотел адресовать вопрос Анастасии. А, то есть вы высказали свой рецепт, правильный рецепт? Чистота, влажность, порядок. И, да. Насте вопрос, пожалуйста. Уже несколько лет, а то и, может быть, несколько десятков лет муссируется тема о том, что дома очень опасна черная плесень, чуть ли не смертельно опасна. Вопрос следующий. Так ли страшен черт, как его малюют, и в случае обнаружения, куда бежать, в какую службу? Да не бежать, Михаил, а ремонт начинать. Вот какой ответ. Ну это мой, чисто женский. Что скажет Настя? Сейчас послушаем. Черная плесень – это грибок аспергила. Он действительно опасен, даже смертельно опасен в некоторых случаях. Вызывает аспергиллез – это заболевание дыхательных путей. Ну, смертельные случаи очень редкие. Но это же уже какой черноты должны быть стены, чтобы смерть наступила? Это не зависит от количества грибка. Это зависит от состояния организма, от возраста, от наличия сопутствующих заболеваний. Конечно, нужно
избавляться от грибка. Это вообще возможно? Потому что я слышала, что невозможно от него избавиться. Избавляться от него возможно, но это очень долго и очень трудоемко. Сейчас существуют различные антисептики в продаже, вот даже в наших магазинах. То есть это не специалисты проводят эту профилактику и обработку? Специалисты тоже проводят. Так. Специалисты тоже. Можно обратиться в наш центр дезинфекции. Они подскажут, они посоветуют и препараты, и перенаправят. То есть скажут, к кому это можно обратиться, кто приедет, это все сделает. Но можно и своими силами. Антисептики сейчас очень сильные, очень мощные. То есть это долго, это не за один раз, это трудоемко. И вы совершенно верно сказали, нужно делать ремонт. То есть снять обои, побрызгать антисептиком и наклеить новые обои, это не этого вариант. Этого будет недостаточно. Да, спасибо верно. Вам за ваш ответ. Ну а Михаилу, Михаила благодарим за вопрос. Настя, вот к слову о влажности воздуха в отопительный период. Как человеку понять, достаточно ли увлажнен воздух? В отопительный период воздух в большинстве помещений сухой. Понять легко, в принципе, и все мы эти симптомы на себе ощущали. Это сухость кожи, сухость слизистых оболочек, это сухой кашель вследствие того, что дыхательные пути тоже высыхают, слизистые оболочки. Бороться с этим легко и просто. Проветриваем. Проветриваем и увлажняем воздух. Есть промышленного производства увлажнители воздуха. Сейчас, если же их нет, это не беда. Увлажнить воздух очень легко, намочив махровое полотенце, либо махровую простынь, что лучше, если есть, и повесить ее на радиатор отопления. И периодически, смачивать, да, обновлять. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот важно следить за тем, чтобы воздух был и не переувлажнен. Да. Вы говорите, что нельзя очень долго проветривать, ведь это может как-то повлиять на микроклимат в комнате, да? Наверное, вот ванные комнаты чаще проветрить, держать двери открытыми. Ну вот тут тоже нюанс есть. После того, как человек помылся и либо постирал в ванной, двери нужно открыть, проветрить, но потом двери нужно закрывать. То есть доступ влажного воздуха из ванной не должен быть постоянно в квартиру. В квартиру, понятно. А вообще какой уровень влажности, сколько процентов должна быть влажность в комнате, в квартире? Ну, оптимально это 40-60 градусов. 40-60%. А, кстати, температура вот какая благоприятна для организма? 20-23 градуса. 20-23. Так? Да. Ну вот говорят, что при 18 градусах меньше всего бактерии и микробы размножаются. И так что не бойтесь холода, да? Просто одевайтесь по погоде в комнате. Хорошо. Еще, Настя, очень важный вопрос – это освещение в холодный период года. Вот когда у нас короче становятся дни и длиннее ночи, и солнца мы практически не видим. Насколько это важно – хорошо освещать помещение и, скажем так, уже не жалеть, скажем, денег на осветительные приборы правильные и лампочки. Это очень важно, так как вот есть такое понятие «осенняя хандра». Ну вот почему у нас осенняя хандра? Потому что недостаток солнечного света в организме, не вырабатывается гормон счастья, серотонин. И если у нас еще и в помещении, где мы работаем и живем, недостаток освещения. И тусклый свет. И тусклый свет. Тогда вот эта осенняя хандра такая играет всеми красками. Освещение должно быть хорошим, то есть сейчас вот много различных лампочек. Да, вот, старые, кстати, есть светодиодные обычные галогены. Лампы накаливания, энергосберегающие. Какую выбрать? По безопасности? По безопасности лампы накаливания, светодиодные лампы и галогенные. Вот эти энергосберегающие, это люминесцентные лампы, в них содержится ртуть, пары ртути. Они выделяются? Они не выделяются, но если ее разбить, пары ртути могут выделиться. То есть, в принципе, если аккуратно пользоваться, то... Да, аккуратно пользоваться, но и утилизировать энергосберегающие лампочки нужно в специальные контейнеры, которые вот во многих магазинах сейчас стоят. Денис кивает, да. То есть выбрасывать как бытовой отход в урну их нельзя. И еще скажите, Настя, а чему отдать предпочтение? Точнее, холодному или теплому свету отдать предпочтение?
Ну, нашему мозгу больше нравится теплый цвет. И в вечернее время должен быть теплый свет. А так как мы в силу того, что мы на работе, на учебе находимся в дневное время, а днем только вечером, то лучше лампочки в доме будут теплого света. И побольше света. И побольше света. Но мне кажется, что творческие люди, арт-кафе на Ирининской, они могут работать даже при свечах. У них вот этого запала с лихвой. Или все же свет важен, Дмитрий? Нет, свет, безусловно, важен. Вот, конечно, вы правильно заметили, что можно и со свечами делать прекрасные вечера, что у нас с начала существования коллектива и было. Я хочу сказать о том, что свет важен еще в части наших новых проектов. Вот мы говорили о симулякрах, да, там не меньшая доля вот этих шоу зависит от света. Ну, а что касается света дома, то, наверное, его важно все-таки уметь следить за тем, чтобы выключать. А, вот как, вы еще и про бережливость, Дмитрий, спасибо. Бережливость и безопасность. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, какие грани таланта можно открыть молодым творческим людям на базе арт-кафе на Ирининской? Кратко. Ну, если кратко говорить, то в тему сегодняшней, наверное, передачи будет сказано, что арт-кафе на Ирининской – это большой безопасный дом. И вот если вы хотите, чтобы ваш дом был безопасней, для того, чтобы увлечь молодежь, приводите молодежь к нам. Мы всегда рады видеть творческих начинающих людей, самодеятельных авторов, будь то поэт, автор-исполнитель, художник. Может, кто-то что-то коллекционирует, тоже к нам просим. Спасибо, спасибо, я думаю, говорят телезрители. Кстати, если вы хотите познакомиться с проектом «Умный дом» Эдуарда Туманского, то тоже в арт-кафе на Ирининской. Эдуард, обещайте, еще на одну программу ко мне придете уже в качестве гостя и расскажете, что включает в себя этот проект «Умный дом». Эдуард говорит, конечно. Еще несколько вопросов, Денис, вам просто нельзя не сказать об электронагревательных приборах, их безопасности и печном отоплении. Несколько советов. И напоминаний. Несколько пожалуйста. Советов, что касается электроприборов. Правило номер один – они должны быть заводского исполнения. Естественно, правило номер два – нельзя перегружать электрические сети. И самое, наверное, еще одно из основных правил – это наличие устройства защитного отключения УЗО, которое предотвратит короткое замыкание. Что касается отопления, печного отопления, к отопительному сезону надо готовиться. Необходимо прочистить дымоход. Главное, что мы еще раз хотим напомнить нашим зрителям о том, что печь должна заканчиваться топиться не позже 2 часов до сна. То есть нельзя топить печь во время сна, потому что зачастую пожары по печному отоплению происходят в ночное время из-за перекала печи. Естественно, еще хочется раз напомнить, что разжигать печь запрещается легковоспламеняющейся жидкостью. Это вот эти жидкости для розжига. Да, для розжига, да. Ни в коем случае, потому что зачастую и дети страдают, которые пытаются разжечь, и взрослые. И, естественно, обязательно дымоходы побелить, потому что побеленный дымоход в случае топки на трещинах появляются черные следы, и это дает сигнал о том, что трещины, и о том, что в квартиру поступает дым. И, естественно, притопочный лист 50 на 70, жестяной лист, который позволяет улавливать эти угольки, которые выпадают в случае перемешивания, подкидывания и так далее. Жесть, лист жести 70 на 50 длинной стороной к печи. Это основные правила, что касается печного отопления. Спасибо. Электронагревательные приборы, печи, это вот живо. Вот только что мы о них поговорили. Но давайте же все-таки подведем итог. Итак, что должно быть во внимании каждого взрослого, а может быть даже и ребенка, чтобы дом был безопасным и здоровым? Итак, печи. Печное отопление, электронагревательные приборы в полной готовности и проверены. Дальше. Добавляйте зрители, добавляйте участники. Автономный пожарный извещатель и газоанализатор. Тот же самый. Абсолютно точно. Дмитрий.
Я думаю, что сигнализация, не меньше. Ага, значение. Еще играет. Защита от воров, да. Так. Здоровый микроклимат. Влажность, проветривание, влажная уборка, комнатные цветы. Прекрасно, Анастасия. Сережа? УЗО, устройство защитного отключения, как звукорежиссер сталкиваюсь с этими историями с электричеством. Да. Так, всякие вещи, мелочевка, которая поможет убирать. Остаться здоровым вашим детям. Это ограничительное устройство, да. На окна, двери и так далее. Настя, Анечка? Это комнатное растение правильно выбирать. Так. Да, и протирать пыль, ухаживать за домом. Зрители добавят, спасибо, Ань. Наличие родителей возле. Вот, замечательно, самое главное, наличие родителей возле детей. Ну что ж, дорогие друзья, прошла программа «Добрый вечер, Гомель». Надеемся, что те советы, которые дали сегодня творческие люди Дмитрий Нилов, Сергей Стариков, Анна Прискурел, а также наши эксперты Анастасия и Денис, будут вам очень полезны. Всего вам доброго и до следующей встречи.